Команда чешских и египетских археологов продолжает раскопки в недавно обнаруженной гробнице древнеегипетской принцессы. На днях ученые наткнулись на тайник, в котором находились статуи периода Древнего царства. Их уже признали лучшими в своем роде. 4 саркофага и статуи уже отправлены в близлежащее хранилище для обследования. Статуи важны по двум причинам. Первое – это их мастерское исполнение. Второе – это то, что они представляют очень большой новый пласт истории Древнего царства. Находки были сделаны в древнейшем некрополе в Сакаре, где расположена знаменитая ступенчатая пирамида. На прошлой неделе здесь была обнаружена гробница возрастом 4500 лет, в которой находилась могила принцессы Шерт-Непти, а также еще нескольких высокопоставленных чиновников. Раскопки пока не завершены, но мы уже обнаружили этот уникальный колонный двор с 4 колоннами. Изначально над ними была крыша. На колоннах написано, что Шерт-Непти принадлежала королевской семье. Кроме этого, хорошо сохранилась гробница чиновника по имени Нефер. Она уникальна своим проходом, который, по мнению археологов, служил символическими воротами в потусторонний мир. В этом сезоне мы обнаружили много сокровищ. 9 неповрежденных статуй, белые камни, хорошо сохранившие цвет. Теперь они находятся в хранилищах Саккары. Тут у нас большое поле для новой деятельности. Мы считаем, что Абусир – это нетронутое место, которое хранит еще много секретов. Археологи надеются, что новые находки напомнят путешественникам об уникальном и по-прежнему малоизведанном наследии Древнего Египта.